Татьяна Гершгорина убеждена, Бобруйск – культурная столица и заслуживает особого внимания. Благодаря искусству можно прикоснуться к сказочному миру, вообразить любой сюжет и даже представить себя его главным персонажем. На выставке гомельской художницы более 60 работ экспрессивных порталов во вселенную творчества. Помимо того, что сами работы очень оригинальные, очень необыкновенные, вообще производит такое впечатление, мне кажется, что для того, чтобы вот эту вот экспозицию осмотреть, нужно очень много времени. Что работе каждый раз нахожу какой-то новый смысл. Татьяна, я знаю, с 14 лет мы с ней познакомились в нашем юношестве. Танюша очень замечательный, добрый человек. Она для меня не просто подружка, но для меня сестра. Такая вот близкая по духу. В каждой работе это ее душа. Она рисует по ночам. Талантливая мастерица с детства живет искусством. Пишет не только картины, но и прозу, стихи, создает авторские украшения. Отображает мир с помощью масла, акварели, гуаши и графики. Последнее из направлений используют чаще всего. Художница удивляет стилем, идеями. Каждая работа отличается лиричностью сюжетов, красочностью, восхищает с первого взгляда и проникает прямо в душу. Каждый художник вкладывает смысл своих работ свой взгляд на мир, скажем так. Да надо смотреть картины. Картины все рассказывают за художника. Сказать, чтобы что-то конкретное вдохновило, такого нет. Да, вдохновило. Сначала мы маленькие разрисовываем книжки, хорошие взрослые, получаем тумаков, а потом становимся художниками. Сегодня у Татьяны Гершгориной свыше 40 выставок и большое количество персональных показов. На каждом автор старается продемонстрировать больше новых работ, экспериментирует с формой, фактурой и цветом. Преобладают оранжевые, олицетворение огня, солнца и гамма синего, символ воды, земли и жизни. Картина Велена олицетворяет яркую вспышку от огненных волос на фоне грусти и мрачной атмосферы и показывает нам, что из любой тьмы можно найти свет или быть им. Работу автор написал в 2019 году. Чем дольше смотришь на полотно, тем больше замечаешь деталей. По 28 апреля каждый желающий может проникнуться миром искусства и найти свой смысл в картинах Татьяны Гершгориной. В Бобруйском художественном музее ждут ценителей прекрасного с 10 до 19 часов. Выходные понедельник-вторник. Елизавета Житкова, Станислав Чичерин, Бобруйск 360.